четверг в Самарской области безоблачно и без осадков, еще потеплеет. Температура воздуха в дневное время плюс 15, плюс 17 градусов, ночью 7-9 выше 0. Ветер юго-западный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 16, ночью плюс 9, ветер юго-западный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем 15 градусов тепла, ночью 9 с плюсом. Юго-западный ветер 8 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 15, ночью 8 выше 0. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.